В общем, ловлю я, как сказать, на канале, который выходит из шлюза Воронежского водохранилища. Первый раз я вообще тут ловлю. Вообще зимой. Вообще первый раз я тут на этом притоке, прям именно зимой. Нет, ну был я когда-то в начале, а вот на самом канале... Был я в начале возле шлюза когда-то. Там окунь ловился, но мелкий. А это я уехал дальше и вообще на самом русле нахожусь, на самом канале. Ну, не знаю, что тут будет. Вон вроде мужички какие-то сидят. Ну, дальше гораздо, чем я. Здесь вот опять никого нет. Люблю я такие тихие, непонятные места. Ну, вот на поплавки поставил, пока ничего не клюет. Даже не дернул ни разу. Ну, хотя тут совсем недолго, минут 5-10. Пока ничего, никакого эффекта. Но это предполагает, что если тут и ловится, то только окунь. Сейчас возле вот этого дерева, если походить, я думаю, может быть, окушка выловить какого-нибудь. А так вот настоящий поплавок, ну, не знаю, может быть, конечно, кто-то и клюнет. Но пока, в общем-то, тишина. Лед очень толстый. Мне кажется, даже толще, чем на Песковатском. Сантиметров 45, я так думаю, 50. Погода вроде неплохая, хотя небо хмарится. Посмотрим, что будет. И будет ли тут вообще что-то. В общем, что в начале, что и в конце, клюет тут окунь. На блесенку. Ну, не на блесенку, а на мормышку. А вот почему он не клюет на поплавок? Есть ли тут рыба, клюющая на поплавок? Я не знаю. Но окуня тут много. Сейчас еще попробуем поймать. В общем, на поплавок поймалось вот это вот чудо. Клюнул, как бешеный бизон, а в итоге вот... Я их всех буду собирать, к сожалению, для них. Потому что у нас еще кошка дома живет. Ну, короче, все, что поймаю, сегодня будет собрано. Выпускать я никого не буду. Ну, продолжим дальше. Ну, видимо, здесь предстоит нам тяжелый длительный поиск. Потому что, ну, на мормышку вот не клюет нифига. Надо, придется, наверное, все перебуривать. Вот так, в разных направлениях. Ну, похожу, побурю. Ну, к сожалению, пока только вот такие экземпляры мне ловятся. Ну, хотя бы ловятся, что. Вау! Поймался окушок побольше. Хотя, в общем-то, глубина практически не изменилась. Дальше от берега вот поймался больше. Сейчас будем дальше пробовать. Ну, в общем, вот здесь глубина практически близкая к максимуму. Вот здесь, тут оно меняется чуть больше, становится на, может быть, на сантиметра 2. Здесь вот на сантиметров 5, наверное, чуть побольше. Вот здесь она становится чуть меньше. Тут тоже чуть меньше. А вот там она совсем становится маленькой. В общем, я думаю, нужно ловить ближе к вот этому берегу. И, видимо, вот в этом квадрате. Вот где-то вот до сюда. Потому что вот здесь я поймал двух окушков. И, в общем-то, все, больше поклевок не было. Ну, вот как-то вот здесь вот, наверное. По этому вот периметру будем оббуриваться. А вон людей много прям становится вдалеке. Но я тут, как всегда, один, и мне тут довольно комфортно. В общем, продолжаем ловить. На поплавки не знаю. Мне кажется, кто-то трогал, надо посмотреть. Хочет поменять. В общем, рядом с бревном все поперебурил. И там, и там, и там. Ну, вы знаете, нет окуня. Нету. Да и вообще как-то слабовато. 6 мелких окушков. И все, и клев как будто исчез совершенно. Ну, видимо, что-то с погодой. Погода меняется. Что-то, в общем, происходит. И клевать вообще отказывается. Ну, никакой, ни одной поклевки нет. Вот уже минут 30, наверное. Наконец-то поймался окунь. После 40 минут вообще полного затишья. Заглотил на поплавок. Клюнул. Ну, так нормально прям. Ну, продолжим дальше. Наше изыскание.
Сейчас надо сменить мотыля. Сегодня у меня мотыль какой-то вообще, не знаю. По словам продавца, в общем, мотыль называется уральским мотылем. Ну, не знаю, вроде чуть больше, чем обычный должен быть. По мне, так они почти одинаковые. Ну, может быть, чуть побольше, правда. Сейчас сменю мотыля, попробуем дальше. Ну, вроде так вот на эти вот две удочки. Поймался еще окушочек. Ну, на блесенку. Причем как-то они ловятся странно. Я вот подергаю, поиграю. А потом бац, и пару секунд жду, и он, в общем, клюет. Ну, это прям уже гигант для этих мест, я так понимаю. Клюнул прям. И на другую удочку. Удивительно. Заглотил, правда. Ну, ладно. Вот мой небогатый улов. Я окушков. Другой рыбы я тут никакой не поймал, кроме окуня. Не могу сказать одно, что погода будет меняться. Потому что поднимается ветер, такой прям неприятный. И, видимо, будет холодать. Вот сейчас с утра было где-то 0, может быть, минус 1. Я так думаю, что будет сильное похолодание, причем резкое. Ну, ветер прям усиливается.